Ребят, всем привет. Вот начинаем демонтировать старый фартух. На краске. Без штукатурки он. Ну так оставишь, да, его, он бац, потом со временем чик. Да, это будет. Чисто на швах, походу, сейчас держится. Вот эти швы. Одно другое держит и все. Походу. Видишь, он бухтит весь. Ну, очень бухтит. Ну, это очень, конечно, печально, что они прям на шпаклевку. На шпаклевку. Ну, да. Это старая сетка, когда они все тянули. А это, конечно, печально. Розетки сделали, кафельным клеем промазали. Да. Минутовкой пропил. Пусть сохнет. Потом будем вот тут вот. Расстояние такое вот, наверное, миллиметра 3. Его будем замазывать гладом. Вот это. Под телевизор розетка такая. Вот, если видно, контур телевизора вот так вот, 55-й примерно. Вот его центр. Вот чик. Вот 55-й. Не стал делать с этой стороны долго штробить, да? Левее сделал. Вот тут у него, по идее, низ. Вот тут центр, вот тут крепления будут. Розетки. Ну, для телевизора еще чего-то. Есть вот такие вот выведенные провода. Постоянно под напряжением, у них нет выключателя. Ребят, если есть какие-то варианты, какие бра сюда повесить, напишите, подскажите. Вот, вот этот весь будем снимать. Вот этот весь. Фартух. Вот они на этих насечках держались. Насечках, да. Поэтому она бухтела вся. Тык-тык-тык-тык. Да. Просто вот на этих соплях держалась. Получается. Угу. И бухтела потихоньку. То есть вот здесь она бухтела. Да. Здесь она отошла, бухтела, а только вот на этих. Да, да. Супер, как она держалась. Вон, смотрите, ребят, это вот такая плитка, это значит, плитку даже не смачивали. Вот сразу просто лепили. Смотрите, она вот тут как новая, никакого прилета. Давай, Сань. Что за плитка? Полкола. Полкола кит плитка.
Полковакит. Ну, в принципе, добротная плитка, если честно. 8 миллиметров. Вот так вот. И вся отходит. Вот тут чай заваривается. А вот тут фартов убираем. Фартов так налепили. Налепили на поклевку или штукатурку это. Отваливается только так. Да, пускай, пускай. Вот она как отваливается. То есть не плитка от клея даже, а клей отваливается от стены. Ну все, чай заварился. Так, нужно помешать еще. Демонтаж. Вот бывают такие чудеса. Вот розетка. Вот розетка, короче. И она была замурована. И вот этот провод вот так вот торчал. Вот сейчас я вам покажу, чтобы типа, может, розетка нерабочая и так далее. Вот, вот фаза. Ну, теперь этот провод на фазу вставляем. Сейчас я поймаю. Вот она. Вот видите? Вон она. Причем замуровали вот так, и она вот так вот торчала под клеем. Вот такие вот. Бывают нюансы. Тут, Сань, такое ощущение, как будто тут глина. Да, я тоже говорю. Че за прикол? Да. Здесь нигде нет именно здесь, да? Угу. Может, в растворе глину не делают? Да не может быть. Случайно, может, попалась глина? Походу кусочками. А, ну походу песок или что это? Песок комок был. Комок был. Да. Ну, да, дальше, да. Нормально. Да, дальше нормально. Да, возможно, комок они. Комок. Большими. Да, да, да. Мешали и потом накидывали и тянули. Ну, маяков не видно. Какой? Он там же где-то был. Что, затупился? Подозрительно. Затупился? Носик какой. Не, надо его сейчас заподточу, давай. Так, вот тут фартух разбираем. Вот тут тоже провод сверху был так. Не глубоко посаженный. Еще столько разбирать. Так, убрали весь фартух, подзачистили чуть-чуть. Тут вытяжка была. А
надо будет замазывать. Тут провод чуть-чуть пробили. Но повезло, что не фазный, а нор. Вот надо будет прошить его, залить горячим клеем. И обмотать, заизолировать. Там вытяжка. Так, ну вот света мало по-любому. Надо сюда что-то еще один выключатель делать. Какой-то двойной. На кухне какой-то свет какой-то.